неизвестно даже, сколько жилых-то домов осталось. Наверное, может, дома три. Занавесочки вроде висят. Стабилизатора у меня изображения нету, так что маленько может будет потрясывать при движении. Тут в основном все дачники, наверное. А тут у нас сгорел дом, уже даже и остатков не осталось. Сарайчик развалился совсем. Работает колодец. Как раз пахано. Кто-то живой. От колес вроде следы есть. Вишня зацвела и черемуха. Птушка какая-то. Не боится. Людей нет, а сады зацветают. И яблони, и сливы. Вчера у нас был в гостях Леня Торопов. Может, вы его знаете. Где-то у него здесь бабушка жила.
домишко тоже заброшен. Здесь кто-то живет, и теплица. Блин, в лужу провалился. Вот тоже печь топит.